Здравствуйте, а вы не подскажете, вот когда бой будет, в 12 часов или в час? В 11. А уже был? Уже был, да? И в 2 часа. А, и в 2 часа. Да. Спасибо. Из лука будешь пулять? Да нет, я так... Чего? Из лука нет? В 2 часа, в 2 часа, в 2 часа, в 2 часа. А, вы ну, может... час? Здесь, здесь даже нет. Нет, такого. Это я просто не знал. Два часа. Лошадка он. Ну пойдем посмотрим. А, воздух хороший. Сено, сено сделал, солому сделал. Да, крыша. Чайка, накатим, пойдем дальше. Давай, пойдем. Да. Бивуки. Я так понял, вот там, да, это типа происходило у них. Не-не-не-не-не-не-не. Мы еще не доехали. Здесь хоронили. То есть поле было все завалено трупами. 7 дней разбирали. 7 дней разбирали и отпевали. Вот можно сюда зайти, если хочешь. Я не знаю, открыто, закрыто. Открыто. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пойдем чаек накатывать, да? Угу. Дома так же построить, эти соломные крыши. Угу. Сейчас уплотнение, оно прям плотно. Ну да, они такой хороший слой взяли. Какой же Мукачево? Это Бурженко область. Мукачево. А бой будет в 2 часа? Да, да, да. Ну пойдем чайка накотим. Угу. Котим, котим и накотим. Пошли на, вот там? На Куликово поле. А допустим, где Куликово поле? В ту сторону? Мы вон ту в сторону, еще мы туда не доехали. На Куликово поле, допустим, от Нижнего Новгорода пошел полк там это, а Суздали полк такой-то пошел. Все семь, да? Сфотографируйте? Да-да-да, конечно. Так, на фоне. Не знаю, давайте на фоне храма. Давайте на фоне храма. Если не против. Конечно. Там все видно, так что не проедете мимо. Спасибо, спасибо. Мы даже на прощенный колодец заскочим. Ну, хоть по-человечески объяснили. Красный вид отсюда, да, такой? Да, 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 да. И вот храм построили в честь вот этих... Воинов павших, да. Полтора часа. Монастырщина. Интересно вот это сделать, я сделал. Видим, да? Плетенные. Угу. Плетенные прям сделаны. Такое, да, домой, конечно, сделал плетенные вот эти заборчики. Ну это не так сложно. Как скачут. Ну это да? Чисто такие для гулямбы.
Крымским. Да. Одним героем Харьковской битвы. Вот какой. Что-то такое я даже не видел. Белозерских. А вот Орловщина, видишь, из Орла. Представляешь, где это Орловщина? Пришли, Орловщина, ратного подвига предка во имя свободы России. С Калуги пришли. С Калуги пришли. Курск, куряне. Странно, здесь, посмотрите, я интересный момент. Да я сейчас иду к тебе. Треснутые, они треснутые. Чуть-чуть. Ярославцам. Коломенская рать. Пришла. Подобный Сергей. За землю матушку. С Беларуси аж. Псков и Полоцка, поняв, пришли биться. Молодцы. Поддержку. А вот смотри. Да? Камень. Ворон. Рязань. Рязанцы тогда, да? Бились. Кострома, Галичана. На... Серпухов. Цветение началось у меня с Афона, апрель. Первые числа с 1 по 6. Далее. Кавказ. Потом Дом. Дон. И теперь вот здесь. В истоках Дона. Да? Да. Короче, кто там был? Мамай, да? Сплотили, что надо биться. Ага. Природа. Да. Родники России.
реки-то идут отсюда из родников. Вот ну, мы да, с тобой смотри. Купались, видели, да? Купались и видели. А сейчас эти родники России. Юмористические. Ну да. Рассказывают. Напитаются на свежем воздухе. Ох, да? Напитаются. Да. Соловьи, смотри, как поют, слышишь? Угу. Ходит, ходит. Ходы, ходит, девчина. Поданы. Стояли, да. Наши сначала стояли, потом немцы стояли. Немцы там кого-то выбивало. Угу. Ну что, вот оно место слияния. Геннадий Петрович, бросите ли с собой здесь? Бросим. Бросили, да? Пусть тут она лежала, пусть и лежит. Да. Значит. Вот это вот и есть место слияния. Вот это? Да, Дон и Непрядва. Да, Непрядва. Не путать с низами. Угу. И Прядва. Угу. Прядва. Я стою. Неправда, а не Прядва, да? Да. Итак, наше путешествие продолжается. Мы находимся в верховье Дона. У истоков Дона. У истоков. Нет, там написано музей верховьев Дона. Как мне говорили, истоки. А истоки мы купались с тобой, это три колодца. Правильно, это так и называется верхний, сверху уже стекает он вниз. Это называется сверху, все начинается. А внизу низу. Сверху. Вон он, и он растекается. Растекается. Это вот получается, вот Непряда, да, и вот этот дождь. Да. Соединили свои воды. Угу. Крест мы перекрасили. Угу. Вот они соединились, объединились в один проток.